Прикормка Дунаев, серия Спорт 2015, лещ. Это довольно сложная смесь, рассчитанная исключительно для ловли леща. Хотя ее отличает от лещевых премиальных смесей наличие компонента одного, который привлекает леща строго в определенных ситуациях. Благодаря этому компоненту прикормка становится немножко легче. Это довольно активная смесь. Смесь с добавлением стимуляторов, смесь с добавлением аминокислот – это довольно богатая по составу прикормка и сложно производимая. Из-за довольно существенной стоимости этой смеси мы имеем возможность сделать ее очень богатой по составу. В ней содержится огромное количество компонентов, и в том числе стимуляторов и аминокислот, которые мы не используем в других прикормках. Смесь очень и очень питательна, она состоит из высококачественного бисквита. Смесь довольно активна и создает определенную муть в воде при не сильном ее замачивании. Это очень любит лещ. Все это мы учли, все нюансы лещевой ловли в этих прикормках. Но я еще раз повторюсь, что смесь довольно специфическая, потому что в ней содержится вещество, которое лишь только иногда привлекает леща. То есть эти прикормки могут иногда не работать, будьте на это внимательны. Но и если они сработали, то сработают они сильнее всех остальных прикормок. Поэтому мы и разрабатывая ее, специально сделали в составе серии «Спорт». Прикормка – это средне-мелкофракционная, желтого цвета. Она довольно липкая, состоит в основном из бисквита высококачественного. Смесь имеет свой довольно интенсивный запах лещевый, смесью специй и ванильных запахов. Ощущается запах шоколада. Прикормка серии «Спорт 2015» очень хорошо себя ведет при добавлении в нее живого компонента. Никогда не забывайте об этом. Это, конечно же, мотыль при ловле леща. Это нарезанный червь, это опарыш. Прикормка может дополнительно ароматизироваться в теплой воде, и когда рыба на это реагирует. Она может смешиваться со всеми видами прикормок серии «Спорт» либо серии «Премиум». Однозначно она их усиливает, и в определенных ситуациях при подборе прикормки под конкретные условия ловли эта смесь является смесью, наверное, номер один под выбор прикормки. Это был рассказ о прикормке Дунаев, серия «Спорт 2015», лещ.